10 самых глубоких мест в океане. Океаны и моря, окружающие континенты, таят в себе несколько чудес, многие из которых еще предстоят встретиться людям. Огромные водоемы, покрывающие более 70% поверхности планеты и содержащие около 1,35 миллиарда кубических километров воды, охватывающие плато, долины, исчезающие горы и впадины. И что интересно, подводные образования огромны по сравнению с теми, которые находятся на суше. Горы, расположенные в бассейне океана, выше тех, что мы видим на суше, точно так же наблюдаются более плоские, поэтому океанские впадины намного глубже. Из всех свойств, которые достигаются океанами, сама глубина этих водоемов делает их очаровательными. Марианская впадина. Жёлоб Марина – самая глубокая часть земной поверхности в западной части Тихого океана. Он находится в глухой точке Земли, именуемой бездной Челленджера. В то время как многие достигли горы Эверест, а в Марианскую впадину изъявили только два человека, спустились в бездну Челленджера. Жак Пикар и Дон Уолш достигли оценки 10 916 метров на своем батискафе «Триест» в 1960 году. Выглядящая как шрам в земной коре в форме полумесяца, впадина имеет длину около 2550 километров, среднюю ширину 69 километров и максимальную глубину 10,91 километра в бездне Челленджера. В то же время некоторые другие попытки измерили самую глубокую часть на уровне 11 километров 34 метра. Глубина тянется на несколько сотен километров в юго-западном направлении в сторону американского острова Гуам. На дне жёлоба Марины плотность воды увеличивается на 4,96% из-за высокого давления на морском дне. Однако экспедиции, проводившиеся в разное время, наблюдались крупные существа, такие как камбалы, крупные амфиподы типа креветок, ракообразных и даже неизвестного типа рыбы-улитки. Ученые считают, что в Мариинской области есть много новых видов, ожидающих открытий. Жёлоб Тонга. Расположенный в юго-западной части Тихого и в северной части зоны субдукции Тонга-Кермадек, жёлоб Тонга находится примерно на 10 882 километра ниже уровня моря. Самая глубокая точка считается второй по глубине точки на Земле после бездны Челленджера и самой глубокой впадиной в южном полушарии. Протянувшись на 2500 километров от северного острова Новой Зеландии на северо-восток до острова Тонга, жёлоб Тонга образовался в результате субдукции Тихоокеанской плиты плитой Тонга. Филиппинский жёлоб. Третья по глубине точка в мире, Галатея, в Филиппинской впадине, находится на 10,54 километра ниже уровня моря. Этот подводный жёлоб, также известный как Мэнданаа, расположен в Филиппинском море и простирается на 1320 километров по всей территории и 30 километров по суше на территории Филиппин. Этот жёлоб, занимающий видное место среди других жёлобов в Филиппинском море, образовался в результате взаимодействия между Евразийской плитой и меньшей частью Филиппинской плиты. Другие важные жёлоба в Филиппинском море включают жёлоб Манила, жёлоб Восточный Лусон, жёлоб Негрос, жёлоб Сулу и жёлоб Котабата. Говорят, что подсчёты сделали самые глубокие наблюдения планеты до 1970 года. Курило-Камчатский жёлоб. Ещё одна самая глубокая часть океана, принадлежащая Тихому океану, этот жёлоб лежит на значительной глубине 10,5 километра ниже уровня моря.
этот жёлоб, расположенный недалеко от Курильских островов и у побережья Камчатки, является причиной многих вулканических явлений на дне океана. Жёлоб Кермадек. Подводная траншея лежит на дне южной части Тихого океана. Жёлоб Кермадек простирается примерно на 1000 километров между цепью подводных гор Луисвилля и плато Хикуранги. Наряду с жёлобом Тонга на севере жёлоб Кермадек образует почти линейную систему субдукции Кермадек-Тонга протяженностью 2000 километров. Несколько лет назад впадина Кермадек была в новостях после того, как Нерёй, беспилотная исследовательская подводная лодка, взорвалась из-за высокого давления на глубине 10 километров. Идзу Агасавара. Впадина Идзу Агасавара, расположенная в западной части Тихого океана, имеет глубину 9,78 километра. Эта глубокая впадина, также известная как впадина Идзубанин, распространяется от Японии до северной части Марии в мировой впадины и также является продолжением японской впадины. За пределами жёлоба Идзу Агасавара, в западной части Тихого, недалеко от океана, жёлоб Идзу и жёлоб Банин. Японский жёлоб. Еще одна глубокая подводная впадина, расположенная к востоку от японских островов. Японская впадина является частью Тихоокеанского огненного кольца в северной части Тихого океана. Приблизительно глубина 9 километров, японский жёлоб протянулся от Курильских островов до островов Банин. Он также является продолжением Курило-Камчатского жёлоба и жёлоба Идзу Агасавара на север и юг соответственно. Жёлобообразование произошло в результате субдукции океанической Тихоокеанской плиты под континентальную Охотскую плиту. Цунами и землетрясения приводят к перемещению зоны субдукции с японским жёлобом. Жёлоб Пуэрто-Рико. Впадина Пуэрто-Рико, расположенная в морских и атлантических океанах, является самой глубокой точкой в этом регионе и восьмой по глубине между точками на поверхности Земли. Он лежит на глубине 8,64 километра, замечен в Милуоки-Вилд и имеет длину более 800 километров. Эта траншея стала причиной многих трагических цунами и землетрясений в этом регионе. Южная сэндвичевая траншея. Самая глубокая впадина в Атлантическом океане после впадины Пуэрто-Рико, южная сэндвичевая впадина, находится на глубине около 8 километров и 420 метров. Описывается как метеоритная впадина и простирается на более чем 956 километров, что делает ее одной из самых заметных впадин в мире. Перуанско-чилийский жёлоб. Расположен примерно в 160 километрах от побережья Перу и Чили в восточной части Тихого океана. Жёлоб Атакама имеет максимальную глубину 8,6 километра ниже уровня моря. Самая глубокая точка траншеи известна как впадина Ричардса. Впадина имеет длину около 5900 километров и среднюю ширину 64 километра, а ее площадь составляет около 590 тысяч квадратных километров. Жёлоб Атакама образовался из-за сходящейся границы между погружающейся Наской и южноамериканскими плитами.